знаю, знаю, что я тебе много денег должен. Но я сейчас сам на мели. Человеческие органы теперь не в цене почему-то. Но у меня есть одна карта. Эй, подожди, не уходи, послушай. Там владельцы здешних земель знали, что скоро будет Великая война. И построили бункер. Большой бункер. В нем есть много-много еды, много-много воды. И эта карта — единственный путь к ней. Вот она, смотри. Конечно, эта карта стоит намного больше, чем я тебе должен. Может, как-то мы с тобой... Эй, зачем тебе пистолет? Дневник генерала. Добыв в тяжелом бою карту последнего бункера, я собрал группу отчаянных и смелых бойцов. Нам нечего было терять, и мы отправились в дорогу. Путь наш ждал долгий и нелегкий. Приведет нас куда-то. Генерал Семен? Не сомневайся, он нас доведет. Просто никто точно не знает, мутант он или человек. Но под одной битвой под Херсоном он голыми руками убил 60 человек за 5 минут. Он крут, он нереально крут. Это не то, что ты подумал. Нет! Это не совсем не то, что ты подумал. Что это? Нет. Что это? Это не то, что ты подумал. Это не то, что ты подумал. Скажи, а кто такой вообще этот хирург? Хирург? Дорогая, это страшный тип. До войны он был настоящим врачом. Когда начались бомбежки, он лечил солдат от лучевой болезни. Но потом на его больницу упала ядерная бомба. Никто не выжил. Хирург получил рекордную дозу радиации. И теперь, чтобы выжить, ему все время нужна свежая кровь. Он зарезал своим скальпелем много людей.